Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. Все на праздник. В субботу, 10 декабря, в Большом зале Дома культуры «Чайка» смотрите комедию в одном действии «Юбилей» по одноименной пьесе Чехова. В спектакле заняты учащиеся и выпускники Самарского государственного института культуры, а также актеры-любители. О чем спектакль? О нашей жизни, о деловых людях, о том, что порой любая мелочь может разрушить дело всей жизни. Дом культуры «Чайка», поселок Управленческий, улица Сергея Лазо, 21. Начало спектакля в 6 вечера. Самарская библиотека номер 34 в воскресенье приглашает на спектакль по рассказам Василия Шукшина «Сельские жители». Сюжет прост. Жительница деревни Бабка Маланья собирается лететь в Москву к своему сыну, герою Советского Союза. Читает Илья Прудовский. Начало спектакля в 17:00. Адрес: Молодежный переулок, 21. Очередной городской маркет еды торжественно провозглашен зимним, уютным и согревающим. Всех самарских гурманов ожидает крафтовая еда, кулинарные мастер-классы, игры и конкурсы. На маркете будут дымиться бургеры и авторские хот-доги. Можно попробовать невероятные сладости, бутерброды, мед и сыр, а также смузи и хороший кофе. Все продукты от самарских кулинаров и фермеров. 10 и 11 декабря. Ленинградская 77 с 12 до 20:00. А в Доме культуры «Пламя» уже заработала мастерская Деда Мороза. Жители поселка Прибрежный приглашаются на творческие мастер-классы для всей семьи. Руководители кружков научат, как своими руками с помощью самых подручных материалов изготовить игрушки, открытки, гирлянды, костюмы, маски, различные елочные украшения, а также украшения для дома. Для каждого найдется занятие по душе. Начало мастер-классов в субботу и воскресенье в 15:00. По адресу: поселок Прибрежный, улица Прибрежная, 2А. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!